Пришли сюда мы малышами, держа в руках цветов букет. А папы, мамы волновались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и повзрослели мы чуть-чуть. А так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Куда уходит детство? Остановите. Какие города? Москва или Питер? Куда уходит детство? Прошу, скажите. И если вдруг найдете, наберите. Куда уходит детство? Остановите. Какие города? Москва или Питер? Куда уходит детство? Прошу, скажите. И если вдруг найдете, наберите. Пока весь город спит, время летит, с каждой секундой старше, куда оно спешит. А может, детство тоже на нас похоже, куда-то мчится и мечтает понемножку. А может, детство тоже любит смотреть кино, любит все новое, а новые фильмы не то. Ну где же детство, куда же тебя занесло? Куда звонить, куда писать? Алло. Пролетают дни, улетят года. Весна и лето, осень и зима. Пускай нам холод, пускай кипим, когда жара. Бегут, куда бегут наши года. Пролетают дни, детство ты куда? Весна и лето, осень и зима. Пускай нам холод, пускай кипим, когда жара.
куда уходит детство, остановите. Какие города, Москва или Питер, куда уходит детство, прошу, скажите. И если вдруг найдете, наберите. Куда уходит детство, остановите. Какие города, Москва или Питер, куда уходит детство, прошу, скажите. И если вдруг найдете, наберите. Когда был маленьким, любил играть в войнушку, оловянные солдаты заряжают пушку, или от дивана старую подушку превращаю в скакуна пистолет на мушку. По деревьям и трубе вместо перекладин палка, шпага и ружье замерли в засаде. Новый школьник, первый класс, двойка, сидишь дома, острым лезвием дневник все исправить можно. Рыжей девочке сказал, что люблю, смеется в горле ком, а мне тепло, будто бы от солнца. На душе весна, ручьи запустил кораблик, возвращаются грачи, пригодится фантик. В 9 вечера домой, ну еще немного, опоздал на полчаса, наказание строго. Побыстрее хочется стать большим и взрослым, буду делать, что хочу, возвращаться поздно. Куда уходит детство, остановите. Какие города, Москва или Питер, куда уходит детство, прошу, скажите. И если вдруг найдете, наберите. Куда уходит детство, остановите. Какие города, Москва или Питер, куда уходит детство, прошу, скажите. И если вдруг найдете, наберите. Вас, родители, не подведем.
школы. В ней вы начали подниматься по трудным ступенькам лестницы знаний. Ну а сегодня нам всем грустно и весело. Грустно от того, что придется расстаться со своим классом, а радостно потому, что вы повзрослели, стали умнее, многому научились. Давайте уже вспомним, какими мы были 4 года назад. Мы были все смешными малышами, когда вошли впервые в этот класс. Получив тетрадь с карандашами, за парты сели первый в жизни раз. Новую форму на себя надели, новая ручка в новеньком портфеле, новые книжки, палочки для счет, новые тетради, новые заботы. Не одну тетрадку списали вы за 4 года учебы. А как трудно было начинать, как не слушались буквы. А начиналось все с палочек. Вручайте палочки, палочки-выручалочки, становитесь по порядку. Мою первую тетрадку за строчку не вылезать, спины прямо всем держать. Что же вы не слушаетесь, что же плохо учитесь, что стоите, как попало, мне опять за вас попало, но не знает мой учитель и не знает даже мама, как вас трудно научить, чтобы вы стояли прямо. Мы теперь ученики, нам не до гуляния. Надо за долю кричит первое задание. Вот мы с мамой за столом дружно успеваем. Вниз ведем, плавно закругляем. Но противные ключи с острыми носами у меня из-под руки выползали сами. Телевизор не гадим, сказки не читаем. 3 часа сидим, плавно закругляем. Поздно, ночь, спать идем, сразу засыпаем. И во сне ведем, плавно закругляем. Грамматика, наука очень сложная. Учебник по грамматике с тревогой беру я. Она трудна, но без нее плохое было бы житье. Не составить телеграмму, ни от рыб, ни открытки не отправить. Даже собственную маму с днем рождения не поздравить. Хвастать я сейчас не стану, за лучшим все падежи. Заодно соседку Таню ночью писать лиши. Мне сия наука в пользу, буду знать, а где глагол. Не приставка, а рисунок, фактический разбор. Напишу я на заборе без ошибок, что хочу. Приходите на свидание без ошибок, напишу.
А сколько актерских талантов у нас? Хоть сейчас снимай киножурнал «Ералаш». Вы слыхали, учитель поставил кляксу в журнале. На самую главную страницу я сама видела. Вот бы на мои единицы. Вот бы на мою двойку. Ой, только бы не на мою тройку. Болтаешь на уроках? Нет. Списываешь? Да что вы? Дерешься? Никогда. Но если у тебя хоть какие-нибудь недостатки? Выл много. Thank you.
возможное, чтобы ваша школа двигалась вперед. Учитель рисования, мы шлем вам поздравления. Желаем вам успехов, добра и вдохновения. Мы, английские, изучаем, научились и читать, и в процессе наших встреч формируем английский. Уважаемая Оксана Николаевна, мы за терпение вас и тут благодарим. Спасибо вам за доброту и ласку, ведь все уроки ваши просто сказка. Я еще раз от души благодарим. Thank you.
Диплом об окончании начальной школы вручается Ванькаеву Олегу. Диплом об окончании начальной школы вручается Бабаян Руслану. Диплом об окончании начальной школы вручается Аскаровой Наиле. Диплом об окончании начальной школы вручается Аскарову Дулаху. Диплом об окончании начальной школы вручается Арифу Унихату. Молодец. Диплом об окончании начальной школы вручается Арифовой Нургуль. Умница. Всего спасибо. Родителей, от детей хочу поблагодарить Оксану Николаевну. Благодарю вас за ваш труд. Дорогие ребята, все эти 4 года назад за вас переживали и вместе с вами учились ваши мамы и папы. Может быть, это было незаметно для вас тогда, но взгляните на них сейчас. Они тоже прощаются с начальной школой и вашим детством. Спасибо вам, дорогие родители, за то, что я всегда видела вас в поддержку. Вы молодцы. Стремиться нужно всегда вперед, преодолевая трудности и преграды. Первую из них вы уже преодолели. Слово предоставляется родителям. Дорогие наши дети, вы дороже всех на свете, с двойками и валидолом, но закончили вы школу. Сколько с вами мы не спали, сочинения писали, и порою от задачи было в доме много плача. Мы вас сильно не ругали, чем могли, тем помогали. Нету большей нам утехи, чем родных детей успехи. Thank you.
Ну и еще мы бы хотели бы, конечно же, поблагодарить нашу дорогую, уже любимую, мне кажется, без сомнения, Оксану Николаевну. Правда, спасибо вам за все. Первый год было сложно, но мы притирались, и мы в конце концов к этому году, мне кажется, вас так полюбили, что мы очень благодарны вам, и нас дети, мне кажется, вас уже полюбили. Поэтому большое вам спасибо за ваш труд, за наше, как говорится, начальное образование наших детей. Поэтому это вам подарок и маленький презентик. Девочки и мальчики, добрый день, мои дорогие.
Спасибо всем. Потом около фонтана пофоткаемся. Сегодня его Дети, кружок сделайте, пожалуйста, Рашидатовна. Данила, кружочек становитесь. Лера, вместе с кем-нибудь, с Олегом или с Рашидатовной? Слышите? Хорошо. Раз, два, три, я не буду... Учителем вместе.